Так, дубль 2. Значит, участвуют две колонны НБК и рядом с царгой пастеризации. В данный момент мы не используем брагу, а используем разведенный спирт. Это головы для теста разведенные. Они подаются на предподогреватель. Вот на этот предподогреватель. Затем горячая уже жидкость, ну скажем, брага, подается вверх колонны. Не в самый верх, а пока что на третью тарелочку сверху. Затем брага стекает по тарелочкам вниз. Ей навстречу из парогенератора идет пар. Парогенератор с двумя тенами. Тены по 24, по 12 киловатт, 24 в общем киловатта. Здесь непрерывная подача воды, узел непрерывной подачи воды. Вода подается из городской системы. Алкогольный пар по этой царге опускается и подается в узел приема. Здесь он докипает и поднимается вверх по 16, разделяется на 16 медных тарелочках. Так как тарелки имеют хорошую удерживающую способность, все хвосты спускаются вниз. Хвосты пока вот через такой узел немножко, его надо будет автоматизировать, недоработанный. Но через этот узел хвостики отсюда отбираются в бак и обратно заливаются, ну, заново на перекачку. Что происходит дальше? Здесь контроль давления. Очищенный алкоголь, ну, спирт-сырец от основной части хвостов, от хвостовых фракций, поднимается выше, попадает в царгу пастеризации. Вот эта царга пастеризации, набита полметровая, 500-миллиметровая, набита СПН-кой. Дальше у нас идут два дефлегматора, и головы отбираются по вот этой вот трубе, отбираются головы. Вот так. Вот это отбираются головы. Само тело мы отбираем вот из узла отбора по жидкости. И оно прямо, тело прямо попадает в этот бак, приемный бак. То есть брагу мы очищаем сразу от двух компонентов. От основной части хвостов на колонне, колпачковой колонне, и от основной части голов на царге пастеризации. А тело вот отбираем сюда. Само собой, это все еще не стандартный, не ГОСТовский спирт. А спиртозность замеряли примерно 91%. Ну, вот он попадает, остужается в этом холодильнике, попадает в эту 400-литровую емкость. Эта 400-литровая емкость наполнится и затем будет на 2-метровой царге, 6-дюймовой 2-метровой царге, забитой полностью СПН-кой, уже будет доочищаться, ректифицироваться. Ну, в принципе, будет использоваться эмульгация. И уже будем получать самый... Вот. Весь смысл этого процесса, вот этих двух НБК и колонны, в том, чтобы не наваривать много хвостов, чтобы хвосты не попадали в этот бак, и чтобы хвосты в процессе ректификации не наваривали головы. То есть в этом весь смысл. Контроль всех позиции ведется через PLC, симонсовская PLC. Значит, контролируем НБК нижний узел, температуру отвода барды. Здесь температура вот
в этом месте, в самой нижней точке колонны. Вот здесь температура замеряется. И давление в системе, давление в миллибарах контролируем здесь. То есть видно, что барда отходит сухая, до сухой отжата, здесь безалкогольная. А здесь у нас все-таки есть кое-какой алкоголь, хвосты. И мы его возвращаем пока что через вот такой узел. Надо будет что-то придумать. И возвращаем обратно на перегонку в систему. Ну, в общем, так. Если будут советы, рекомендации, критика, все это приветствуется.